Не правда ли занимательно? Ведь вы скорее думаете о том, что, как мы уже говорили, кит прекрасно приспособлен к условиям обитания. Но на самом деле у него есть все физические недостатки, относящиеся к тому, что его предок жил на суше, и таким образом он не настолько совершенен. Знаете, если бы эволюция была разумна, у нас бы не было таких недостатков. Но это мешанина, лоскутная работа. Всякий раз, желая создать мышеловку лучше, вы вносите исправление в то, что уже есть. Заставляет задуматься о том, что спустя многие годы в будущем, может, и мы тоже эволюционируем в животных из разряда таких, у которых есть жабры, или тех, кто может дышать кислородом в воде. Никогда нельзя предсказать заранее, эволюция не непрерывна, и никогда не знаешь, чего ожидать от окружающей среды, так как она реагирует именно на изменения в окружающем мире. Кто знает, какие случатся перемены?